Сегодня я хочу рассказать, как я вожу свой мотоцикл. У меня вот есть такой микроавтобус Mazda Bongo Friendly. Из капотных автобусов это один из самых больших. Сюда помещается, ну, как минимум один мотоцикл вполне. Вот по длине он получается от задней стенки до передних сидений как раз где-то 2,20-2,30. То есть он вполне влазит по потолку. Здесь тоже остается небольшой размер. Где-то сантиметров 5 до потолка от пола. Вот. Я убрал. Здесь были два ряда сидений. Я их убрал. Постелил кусок линолеума. И бросил такую деревянную балку на крепление сиденья. Вот. В балке у меня завернуты крючки. И толрепами я за подножки притягиваю мотоцикл. Вот. А под мотоцикл ставлю стульчик-подставку. Все, толрепами притянул за обе подножки. А в остальном он у меня, ну, по сути, никак не крепится. То есть, что переднее колесо там, переднее сиденье немного упирается, и все. А в чем плюс такого крепления? В том, что если придавливать ремнями, вязать, то, во-первых, здесь особо некуда их приделать, разве что вот к этим ручкам. Вот. Непонятно, куда вязать. И самый главный минус это то, что передняя вилка сжимается очень сильно и начинает течь, особенно если сальники плоховаты. Вот. А когда он на стульчике стоит притянутый, то подвеска практически вообще не сжата. И, ну, там максимум как под весом ездока обычного. И никаких течей, сальников, амортизатора не происходит. Вот. При этом мотоцикл стоит очень жестко. То есть я вот качаю, ну он так, может быть, на сантиметр максимум может шататься. Это и то у меня толреп, наверное, уже открутился, пока я ехал по кочкам. Вот. А так в целом стоит нормально. То есть я возил его за многие тысячи километров на этом автобусе, и ничего, никаких проблем с этим не было. Вот, сейчас сзади посмотрим. Сзади так открываем. Оп. Ставим доску. Все. Вот он второй толреп. Тоже притянуто за подножки. И вот он так стоит. Чтобы резиновыми ручками не косячить потолок, я надеваю, как видите, обычные белые перчатки, хлопчатобумажные. Вот, они нормально защищают, то есть я первое время так не делал, и у меня на потолке остались следы, это именно резина шоркнула, и она, видимо, мажет все равно грипсами. Вот, а тряпочка не мажет, то есть отлично. Вот я его выкатил. Погрузка-разгрузка времени много не занимает, ну максимум там пару минут. То есть закатил, поставил стульчик, притянул и в обратном порядке. Многие возят свои мотоциклы на прицепах. Вот. Это, конечно, хорошо, это дешевый вариант, потому что прицеп стоит тысяч там 20, допустим, а микроавтобус все-таки подороже. Но у микроавтобуса есть один большой плюс. Это то, что ты можешь загрузить мотоцикл и оставить автобус закрытым на какой-нибудь стоянке или около магазина, бросить хоть где, пойти куда-то и совершенно не бояться, что твой мотоцикл куда-то денется. А с прицепом такой номер не пройдет. Ну и также, если ты будешь ехать мимо поста ГАИ, то мотоциклы кроссовые на прицепе – это хороший магнит для гаишников. Начнутся вопросы там, где документы и так далее и тому подобное. А что там, в автобусе вообще не видно, что ты везешь. Можно даже тряпкой накрыть его, и проблем никаких не будет. Вот, я ездил так на соревнования, то есть ставил мотоцикл. Здесь у меня рядом ложились вещи многочисленные. Вот. И можно прямо здесь спать на передних сиденьях.
То есть можно вдвоем ехать. В принципе, даже два мотоцикла могут войти. Я, правда, не пробовал, но попробую как-нибудь.